Всем привет, с вами Комаров Виталий. Посмотрел я, значит, Карауловым однажды, и он, значит, оповестил нас о том, что у нашей Матвиенко Валентины Ивановны, премьер-министром, пенсия 450 тысяч. Да, пенсия, конечно, неплохая. Матвиенко обиделась такая. Я опровергла это дело все и сказал, что у нее пенсия 25 тысяч. Ну, многие, конечно, над ней уже издеваются. Но я издеваться не буду, оскорблять не буду. Я так поерзаю маленько. Вот вы мне скажите, вот у нее в декларации зарплата 1 300 000, да? Вот. Как она вообще там заметила эти 25 тысяч-то? Не знаю. Как я понимаю, как вот в интернете это дело пошло, все, вот 450 тысяч ей объявили, она такая: вау, у меня еще и пенсия есть. Ну-ка, принесите мне список моих доходов. Вот, значит, ей принесли, и она такая просматривает, значит, не торопясь. Вау, вау, так, это не то. Ой, а у меня даже зарплата есть. Так, раз перевернула, ой, да я, оказывается, как все, у меня пенсия-то 25 тысяч. Странно как-то получается у нас, да? Она попыталась себя приравнять к бабке, сидящей на скамейке. Вот у человека совести нет. Я так считаю, 25 тысяч, у меня всего-то 25 тысяч. Пенсия, да? То, что у нее зарплата 1 300 000, да, это... Ну, и так, ничего. Главное дело 25 тысяч. Она такая же бабка, как все вот остальные. Такая же бабка, как которая стоит в очереди, да. Представляете Матвиенко, да? Она такая стоит в очереди в Магните. За хлебушком. Последние денежки так вот собирает. Заплатить за хлеб. Лично я не представляю. Там еще ходят слухи, что у нее только один обед, оплаченный государством в 5 000. То есть человек не ест, жрет на 5 000 каждый день. Это только обед. И у нее всего-то пенсия 25 тысяч. А плюс там еще идут там губернаторские какие-то, там еще чего-то идет. Она вот с этой должностью уйдет, у нее будет процент вот от этого 1 300 000, да, вот среднее все посчитается, и у нее будет... Да. Как он, спасибо интернету, да, она теперь хоть узнала, что у нее пенсии-то есть, надо же. У меня дальше слов нет, у меня дальше только один матку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Что-нибудь еще услышим, расскажем.